Вот из такого ржавого старого напильника буду изготавливать резец для своих токарных работ. Сейчас срежу угол, обточу его, сделаю заточку. Ну а потом приделаем ручку. Ну вот получилась такая заготовка из напильника. Сейчас размечу угол, срежу, заточу и буду делать рукоятку. Такая вот грубая заточка получилась до доведения уже на чистовую. Сейчас буду уже доводить до нормальной заточки на другом камне. Поехали. Довел заточку до самого острого состояния, до которого мог довести. Не скажу, что прям все красиво и идеально, но без особого инструмента на коленке, вручную, на глаз, вот я добился такой заточки. Достаточно острая вещь получилась.
Вот такую ручку я подготовил, уже насадил на нее сам резец. Сейчас обработаю маслом, чтобы не рассыхалась ручка. Ну и все, будет готово. Ну все, резец готов. Делал под свои нужды, так как мне удобно. Все.